Всем привет! Сегодня мы опять пройдемся по белорусской кухне и приготовим колдуны. Итак, поехали! Для приготовления нам понадобится непосредственно фарш, мука, перец, приправа, яйцо, картофель, лук и, конечно же, немножко масла растительного. Начинаем с лука для того, чтобы мельчить менял картофель. Затем берем картошку и самое главное не стереть с ней пальцы. Картошку натерли, руку подкачали и можно приступать дальше. Добавляем одно яйцо, 2 ложки муки, 1 перец, соль по вкусу и все тщательно перемешиваем. Затем солим фарш и стол, добавляем приправок и опять же все тщательно перемешиваем. Одна из самых главных причин, почему драники надо жарить на улице, это даже не вкус, а то, что не надо будет потом отмывать кухню от жира. Начинаем жарить. Добавляем энное количество масла. И выкладываем наши драники на сковороду. Затем на каждый драник по ложечке фарша. Затем фарш запечатываем еще одной порцией драника. Обжарили с одной стороны, аккуратненько переворачиваем и отправляем дальше на огонь. Переложили наши колдуны на противень и жарим остальную партию. Пока наше блюдо на огне, не будем терять время и приготовим соус к колдунам. Для чего нам надо в сметану добавить хрен, все тщательно перемешать и наш соус готов. Осталось самое приятное, это дегустация. Итак, пробуем. Обязательно в соус. Очень вкусно. Не будь то это белорусская кухня. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Mm-hmm.